школьники. Сентябрьский день дорогою прямой, неторопливо, сдержанно, солидно. Из школы двое шествуют домой. С урока географии, как видно. Один пофилософствовать не прочь. Он говорит, помахивая ранцем: «У нас вот день, а в это время ночь. У этих, как их там, американцев. Ведь правда, получается чудно. У них темно, у нас уж солнце всходит. У нас обед, а там уж спят давно. Все шиворот наворот выходит. И так всегда, и 100, и 1000 лет. И от земли не поднимая взгляда, второй сказал презрительно в ответ: «Буржуи, что ж, так им чертям и надо».